Петропавловске на охрану общественного порядка каждый день заступают порядка 200 полицейских и военнослужащих. По инициативе руководства Департамента внутренних дел к ним на усиление привлечены новые силы. Какие узнаете в материале пресс-службы областного ведомства. Приказ заступить на охрану общественного порядка по городу Петропавловск, принесение службы, быть деятельным, соблюдать законность и вежливое отношение к гражданам. Теперь, кроме патрульных нарядов, стационарных постов, авто и пеших патрулей, в охране общественного порядка будут задействованы и четверо полицейских кинологов. В Департаменте внутренних дел надеются, что такие меры позволят увеличить раскрываемость преступлений по горячим следам. Данные наряды несут службу как на окраине, так и на центральных улицах областного центра. С начала года с помощью четвероногих помощников по линии криминальной полиции было раскрыто 317 преступлений и 27 связанных с наркобизнесом. Кристина Горбаченко при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.